Ну, Максим, читай. Да. Ближе, дальше, ниже. Итак, второй вице-мисс Россия 2017 становится Альбина Ахтямова! Альбина Ахтямова! Вторая вице-мисс Россия 2017! Мы искренне поздравляем Альбину с этим титулом! А публика рукоплещет, аплодирует и радуется! Вручение знаков отличия. Вам это все невероятно идет. Альбина, вы были рождены для такой красоты. Эти трогательные, такие волнительные мгновения, которые запомнятся нашим красавицам навсегда. Мы искренне поздравляем вас. И продолжаем, согласно регламенту, двигаться дальше. Сейчас будет вынесен следующий конверт, для того, чтобы мы смогли назвать, какой девушке достанется титул первой вице-мисс Россия 2017. С твоего позволения я открою, а называть будешь ты. Я сама волнуюсь. Итак, друзья, первая вице-мисс России 2017 Александрова Ксения. Ксения Александрова, первая вице-мисс России 2017. Аплодисменты. Представительница Москвы, здорово. Мы очень рады за землячку. Знаки отличия, публика продолжает аплодировать. Это такая, знаете ли, приятная церемония, лента, роскошная диадема, корона и, конечно же, букет цветов для прекрасного создания. И главное, осознание того, что именно ты стоишь на главной сцене страны и являешься финалисткой конкурса «Мисс Россия 2017». Я хочу напомнить, что дирекция национального конкурса «Мисс Россия» подготовила для первой и для второй вице-мисс специальные подарки. Дорогие барышни, вам, у вас есть уникальная возможность выбрать по своему желанию обучение в любом вузе мира. Дирекция «Мисс Россия» дарит вам обучение в любом вузе мира. Перед вами открыты все дороги. Аплодисменты. Роскошный подарок для роскошных девушек. И мы продолжаем. Считанные секунды отделяют нас от события, которое ждут все поклонники конкурса «Мисс Россия». И, конечно, так как ждут это мгновение наши девушки, наверное, не ждет никто. Прежде чем узнаем имя новой королевы, прежде чем узнаем имя самой красивой девушки России, я хочу рассказать вам о том, что же достанется «Мисс Россия-2017». Во-первых, победительница конкурса «Мисс Россия-2017» получает главный приз – эксклюзивную карту MasterCard достоинством в 3 миллиона рублей от генерального спонсора церемонии, ведущего Национального банка Банка «Русский стандарт». 3 миллиона рублей. Можно аплодировать. Такой подарок действительно достоин аплодисментов. Для вручения приза приглашаем на сцену исполняющего обязанности председателя правления банка «Русский стандарт» Александра Самохвалова. У нас все готово для того, чтобы чествовать победительницу. Также наш золотой партнер конкурса, компания «Рандеву», приготовила призы для первой вице-мисс и «Мисс Россия-2017». Можно аплодировать, это прекрасные подарки, вы когда увидите их, будете искренне рады и счастливы. Кроме этого, официальный автомобильный партнер компании «Авилон», это официальный дилер «Genesis», также подготовил невероятный подарок для победительницы. Автомобиль! Да-да-да, и для вручения приза, может быть, сразу с автомобилем, мы просим подняться на эту сцену директора по маркетингу дилерского центра «Авилон» Андрея Каменского. Почетный гость вечера, Андрей Каменский, добрый вечер. Поднимайтесь на сцену, мы будем вместе ждать нашу победительницу.
также стратегический партнер национального конкурса «Мисс Россия 2017». Ювелирная компания «Меркьюри» представляет специальный приз для победительницы. Классическое колье из белого золота и бриллиантов общим весом более 12 карат. Все драгоценные камни в украшениях «Меркьюри» соответствуют лучшим международным характеристикам. И я в этом абсолютно уверена, так как сейчас веду эту церемонию именно в бриллиантах от компании «Меркьюри». Итак, ровно год назад корона «Мисс Россия» навсегда изменила жизнь обворожительной представительницы города Тюмени Яны Добровольской. Теперь она готова поделиться яркими лучами своей славы и народного признания с новой победительницей. Дамы и господа, встречайте на сцене «Мисс Россия» действующая «Мисс Россия 2016». Яна Добровольская! Мисс Россия, надо встречать, если и не стоя, то громко! Яна Добровольская, Мисс Россия 2016, действующая Мисс Россия. Несказанно рад видеться, увидеться вновь. Добрый вечер, дорогие друзья. Ровно год назад на этой сцене сбылась моя заветная мечта, и я хочу поблагодарить в первую очередь дирекцию конкурса «Мисс Россия» и уважаемое жюри, что вы подарили мне такую возможность. Я знаю, насколько сильно сейчас волнуются наши красавицы. Признаться честно, я и сама очень переживаю, ведь девушка, которая сегодня победит, станет неотъемлемой частью нашей дружной семьи. Поэтому давайте не будем затягивать, я прошу вынести конверт с именем победительницы. Я поассистирую с удовольствием. Итак, дамы и господа, мы затаили дыхание. Самый важный конверт, который появлялся на этой сцене. Это мое. Ничего не могу с собой поделать, очень волнуюсь. Вы готовы узнать имя «Мисс Россия 2017. Чуть-чуть. Дайте нам знать, что вы готовы услышать имя «Мисс Россия 2017. Другое дело! Итак, Яна, все зависит от того, что написано в этом конверте. Все зависит от того, что я скажу. «Мисс Россия 2017 года становится Попова Полина!» Полина Попова! Новая «Мисс Россия»! «Мисс Россия» 2017! Вот она! «Мисс Россия» 2017, друзья! Полина, можно я вас провожу? Вот здесь алмаз, который специально отмечен как место для новой королевы. Аплодисменты! «Мисс Россия 2017! Победительница получает символ конкурса – корону «Мисс Россия» из рук Яны Добровольской. Очень трогательный, ответственный момент. Мы умолкаем. Публика, может быть, пустит слезу сейчас. Это настоящая сказка! Салют! 2017! Салют в честь победительницы «Мисс Россия 2017». Роскошная и невероятная Полина Попова в окружении первой вице-мисс и второй вице-мисс «Россия 2017». Эти восторженные взгляды и овации только для вас, девушки. Я думаю, самое время вручить призы нашей победительнице. Итак, главный приз от банка «Русский стандарт». Я прошу вас, Александр. Давайте вместе проследуем. Итак, из рук Александра эксклюзивная карта MasterCard достоинством 3 миллиона рублей.
достается новой Мисс Россия 2017. Полина Попова, аплодисменты. Также просим Андрея Каменского вручить приз от компании «Авилон». Новый автомобиль для новой Мисс Россия. Это вам, Полина. Потрясающий подарок. Спасибо огромное, Андрей. Спасибо компании «Авилон». Мы рады, что вы сегодня разделили с нами эту радость. Ну, а теперь мы... Колье от компании Mercury получает наша победительница. Конечно, но в данный момент я с удовольствием хочу, чтобы призы от компании Rendezvous достались первой вице-мисс и мисс Россия 2017. Представители компании Rendezvous, мы ждем вас на сцене. Мы с удовольствием наградим наших победительниц. Вот они, сертификаты для первой вице-мисс и для Мисс Россия 2017 от компании «Рандеву». Бриллиантовое колье от компании «Меркьюри» получает наша победительница. Бриллиантовое колье от компании «Меркьюри» для Мисс Россия. Покажите нам, пожалуйста, бриллиантовое колье. Вот оно. Даже фанфары встрепенулись, когда бриллиантовое колье появилось на этой сцене. Полина, бросьте взгляд. Это отныне ваше. Теперь каждый будет знать, что самые красивые камни нашли самые красивые девушки. Спасибо компании Mercury за этот роскошный подарок. Сообщаем, что информационный партнер церемонии – радиостанция «Лав Радио». 17 апреля в 10 утра «Мисс Россия 2017» станет гостьей прямого эфира «Лав Радио». Полина, в понедельник в 10 утра мы ждем вас в прямом «Лав Радио» эфире. Будем пытать с каверзными вопросами. Шучу, конечно, будем поздравлять вас с победой. Ну а теперь, мои роскошные барышни, мои королевы, мои «Мисс Россия», давайте вместе здесь... Такую вот финальную точку. Таким получился юбилейный 25-й конкурс «Мисс Россия». И это очень много значит. Чествуем нашу... Да, просят девушек. Всех сюда. Да. Спасибо огромное. Так, всех. Тут меня просят... Да, отлично. Итоговая фотография. Итак, дамы и господа, таким получился юбилейный 25-й конкурс «Мисс Россия». Мы еще раз поздравляем победительницу. Мы поздравляем всех прекрасных барышень, которые участвовали в этом конкурсе, и вас за то, что нашли в себе силы и время и разделили с нами этот праздник. Это было прекрасно. Спасибо нашему красивому, уважаемому, блистательному жюри. Спасибо нашим зрителям, которые...